Вот специальные ножницы для работы с трубами. Сшитый полиэтилен и многослойная труба. Так они работают. Если мы с вами возьмем трубу, то увидим, как они разрезаются. То есть здесь у нас получается труба не закусывается, и с ней как бы все отлично. Спокойно можно одевать фитинг и заниматься дальше уже монтажом. Поэтому используйте правильные инструменты в своей работе. Все.